Всем здравствуйте! Меня попросили поговорить о ревности в психологическом таком плане. Если мы берем просто ревность, вы откроете любой психологический учебник, что-то про самооценку прочитаете, это да, в точку. Мы ревнуем людей, когда они уверены в себе и в своей позиции. То есть не обязательно в себе, там, в красоте своей, в своих каких-то качествах. Мы не уверены в своей позиции в отношении этого человека, что он только наш, что он меня не предаст, не посмотрит на кого-то другого и так далее. И эти размышления возникают, конечно же, не без повода, когда человек на кого-то посматривает, каким-то образом вас провоцирует, там, парень, может быть, на каких-то девушек и так далее, да. Но срабатывает-то в нас. Одни девушки отреагируют, например, или женщины, типа, да и пофигу, вообще мне без разницы, я вся такая красивая, деловая, меня не бросят, например, да, меня это не волнует. Другая вообще сцепится в него, будет переживать, ревновать, следить за ним и так далее. То есть индивидуальная реакция, она зависит от уровня самооценки. Поэтому и у мужчин, и у женщин одинаковые. Я просто такие примеры привожу про девушек, как-то, ну, у нас пусть на женщины смотрят, да, как-то это ближе будет. У мужчин ревность. Абсолютно так же. Ревность, она бывает просто патологическая и естественная. Естественная ревность – это, опять же, неуверенность своих позиций к этой женщине и так далее, или своих позиций, своей самооценки, своей самости, уверенность в себе, своей мускулинности, в того, что я самый лучший, или там она от меня не уйдет, выберет и так далее. То есть, по сути, та же история, как у девушки. У девушки сказала, что я красивая, привлекательная, стройная, там еще такая, ухоженная, и все. Та же самая история. И патологическая история про ревность. Очень часто это травмировано. Если мы берем рамки такой нормы, назовем тогда патологию, но в рамках нормы. Не клиника прям совсем, где лечиться условно надо, и психиатрия. А в рамки социальной нормы, где это, назовем так, не лечат. Ревность такого плана – это люди травмированные очень часто, люди со страхами и травмами. Что здесь? Здесь не вопрос самооценки человека, а вопрос его страха. В принципе, человек боится оставаться один, быть одиноким, боится, что от него отказываются или его отвергают, быть отказанным, отверженным. Человек боится и чувствует, что он без партнера рядом, без человека вообще не может. То есть он сам не самостоятельный, не состоявшийся. Он ходит на работу, не переживать, может быть, квартира и все прочее, и сам за собой выбирает. Я не про эту самостоятельность, да? Душевно-морально. Он чувствует себя пустым местом, никем, что без партнера, без привязки к человеку, он вообще, ничтожество, по сути, ничего из себя не представляет. И вот если у него есть партнер рядом, человек, неважно вообще кто какой, он чувствует себя тогда более полноценным, то есть человек добирает себя через наличие какого-то партнера, через наличие отношений у себя. И как пример просто приведу, такими могут быть, знаете, когда вы видите, например, у вас есть друг, у него есть девушка появилась, и которая очень сильно его ревнует и к друзьям, и к родственникам, вообще, короче, максимально закрывает его контакты. Или если идет на встречу с друзьями, так ее обязательно надо брать с собой. То есть максимально она хочет быть слияние, слепленной со своим партнером, везде влезает, начинает с его друзьями тоже общаться, либо не допускает его до друзей. То есть вообще становится просто его еще одной рукой, ногой, и они друг без друга, она его вообще, запрещает куда-то ходить, быть без нее. Если он это делает и нормально, адекватно живет, у него есть 25% общения со своими отдельными друзьями без нее, у нее паника, истерика, страх, условно-паническая атака, у нее все, его забрали. А потому что, не потому что он так ей нужен, супер замечательный, а потому что она себя плохо чувствует, если у нее рядом нет партнера, нет человека, у нее сразу все свои вот эти комплексы. Вот у таких людей вот эта вот ревность, она именно носит патологический характер. Это патология, да, то есть человек нет логического, назовем такое, этого, если в общем, объяснения, причин каких-то, а не есть объяснение причин, это страхи, но страхи неконтролируемые человеком, и чтобы убегать от своих страхов, или человек живет на поводу своих страхов, он начинает терроризировать своим вот этим зависимым отношением своего партнера. Очень часто партнеры бегут, отношения заканчиваются, девушки там в таких отношениях навязываются, требуют максимального слияния, отчета и так далее. Начинается это, кстати, не сразу. Это подается под красивым, хорошим соусом. У партнеров мужчины тоже так могут делать. Они максимально хорошие. Парни, они, знаете, как я тебе все помогу, сделаю, за тебя защищу, дам тебе защиту, короче говоря, да. Ремонт, пожалуйста, сделаю, защитю, куплю еду. Вот это вот семейная, добрая, забота какая-то, безопасность создается и так далее.
Но потом он очень сильно может ревновать, и девушка повода вообще не давала. То есть, когда он, скажем так, жертва эту начиночку поедает, на крючок насаживается, он ее так хопаном берет, он ее максимально контролирует, у него вот эта патологическая ревность к столбу, к фонарю и всему прочему. У девушек точно так же, это у женщин тоже такое бывает, да? Когда она вся идеальная, классная, ему красивая, она ухоженная, она... подарки тоже ему дарит, какая-то вся такая нежная, приятная, вся такая хозяйственная обязательно, пирожки тебе настряпает, это тебе позаботит, такое идеальное. Он такой, о, вот она, класс, мы все, мне такая нужна. Он, этот парень тоже или мужчина эту наживочку съел, а она начинает, друзья, пойдем вместе к ним, а ты футбол смотреть? Я тоже люблю футбол, идем вместе. А ты меня с собой не взял? Истерика, крики ревности и все прочее, проверка телефона, адский контроль, куча звонков, куда ты уж, а ты на работе, а почему ты мне не пишешь, все ли у тебя в порядке на работе, и полный, короче, контроль, и в итоге какая-то ревность к столбу, к фонарю, к бывшим знакомым, подружкам, одноклассницам, соседкам по площадке и так далее, вот эта история. То есть, если мы берем просто ревность в рамках нормы, это всегда наша реакция, когда мы ревнуем. Это значит, есть какая-то неуверенность в себе. Могу ли я зацепить, заинтересовать, там, удержать, достаточно ли я хорош, красив и так далее по отношению к этому человеку, кого я ревную. Если мы берем вопрос патологической ревности, это страхи, это травмы. Если мы берем клинический момент, это психиатрия, заболевания, это вообще неадекватные человеки, неадекватные люди, различными склонностями, проявлениями, бредовыми, маниакальными и так далее. В общем, это маниакальная история, да? Так что это вообще психиатрия, мы этого даже не касаемся. Это опасные люди, которые могут подвергать свою жизнь, жизнь окружающих или жизнь своей жертвы, которую они преследуют и ревнуют. Могут, сталкеризм туда, кстати, относится, преследование. Эти люди опасны для общества или для себя самого. Если мы вообще... в бытовом, в жизни и берем Турцию, восточный менталитет и ревность восточных мужчин, здесь больше, вот я вижу, я по своему опыту здесь проживания, это чисто моя отсебятина, никакой научной подоплеки у этого нет, что я заметила. В силу травм, тесных семейных связей здесь, клановости, долго живут некоторые с родителями, не отделяются, не сепарируются, и всего прочего, и родители долго лезут в жизнь детей своих. Короче говоря, очень часто здесь есть место травмированной страхами ревности. То есть, когда хотят такого же сильного слияния, когда это максимальный контроль партнера, я не спорю того, что здесь вот этих проявлений этой ревности, здесь в менталитете и в культуре восточной, не только Турцию берем, Восток вообще, вот эти их связи, культуры, вот эти все элементы, в которых они воспитываются, это накладывает свой отпечаток определенный 100%. Поэтому здесь такой ревности неадекватной, назовем, беспочвенной, ее здесь, конечно, больше. И здесь больше ревность не по, ну, процентным, назовем так, соотношению, здесь ревности больше по неадекватности окружающих, да, тут очень часто вот в Турции мужчины ревнуют, потому что я не в тебе, вот такая фраза очень замечательная, популярная есть, не в тебе не уверен, а в мужчине, который к тебе, назовем так, знаки внимания проявляет, там, флиртует и внимание оказывает, потому что есть, да, реально... такие люди, которые могут преследовать, навязчивыми быть, не слышат отказа, не слышат нет. И поэтому здесь мужчина свою женщину от таких оберегает. Тут очень жестко, четко, можно прям посылать условно. Короче, очень четко об этом говорить с местными, если вам не нравится внимание. Прям аипить, фу, так говорить, аип, у меня там муж есть. Короче, вы понимаете. Открыто сразу четко ограничивать человека, границу рисовать. Если мы хихихаха фривольно, я об этом много видео говорила, для них это зеленый свет, то, короче, со мной флиртует. Если вы говорите «нет, да я не одна», точно расценивается эмоциональный вот такой ответ, как «да, пожалуйста, я просто стесняюсь, просто муж есть, давай как-то будешь флиртовать по-тихому, чтобы тебе голову не оторвали». Вот так это считывает. Но я, опять же, не оправдываю менталитетом или культурой перегибы в ревности, которые тут бывают у мужчин. Эта история для меня, честно скажу, неадекватна и маниакальна порой. Знаете, турки тоже разные бывают, и не надо списывать на менталитет и культуру, когда... мужчины там не разрешают выходить из дома, дальше района без меня никуда не пойдешь,
А одежду такую не носи, без мамы моей не выходили, тети и так далее. История. Это тоже не очень окей, здорово. Мне сразу вопрос. Здесь другие люди есть, другие турки. Истории бывают разные, и вот это чисто загон этого индивидуального мужчины. Не думайте, что здесь все так живут, все так поступают. Это вопросик именно к вашему избраннику. И надо об этом вообще поговорить и поразмышлять, поковыряться, как бы, почему он так себя ведет, почему он это себе позволяет, какие у него проблемы, это его страхи. То есть эта ревность немножко неадекватная. Из рамок самооценки ее тут точно нет, это какие-то его травмы личные. Для вас это тоже, вот честно скажу, ревнует, значит, любит, не показатель. Ревнует, значит, у него проблемы у человека есть, да, какие-то. Он к страхе и чего-то боится. Но будьте осторожны с ревнивыми мужчинами, потому что они в порывах ревности, маниакальные, нездоровые, да, могут причинить вред. И вам, окружающим, и себе в том числе, вы можете попасть в плохую ситуацию с опасностью для вашего здоровья, например. То есть будьте в этом аккуратны. И вот эти ревности, начинайте общаться с восточными мужчинами, любых вообще стран, но восточными, вы это прочувствуете, разузнаете, расспрашивайте, пожалуйста, смотрите, какая у него самооценка, задавайте вопросы, общайтесь, какие-то рамки, нормы смотрите. Он будет, они во все практически объясняют менталитет, там, культуру и так далее, все так делают. Да нифига не все. Это проблема индивидуального человека есть, вот так скажу. Так что, в общем, это на ваш выбор, ваше к этому отношение. Я считаю, что если ревность про самооценку, это нормально, окей, это у всех бывает. Если это маниакальный характер, неоправданный какой-то, неадекватный, вопросики к человеку, уже с ним как-то так, знаете, осторожненько. Если мы берем вообще вариант клинический, и больные люди, нездоровые, с маниакальными вообще направлениями, в бредовых состояниях маниакальных находятся, это вообще клиника, с такими вообще не рекомендую, пожалуйста, оберегайте себя. Вот сегодня вас любит, завтра ненавидит. Он как вот маниакально к ревности, так у него и ненависть будет, вы еще виноваты где-то останетесь, и потом у него взятки гладкие, он психически нездоровый человек, скорее всего, окажется, понимаете? А пострадаете вы в итоге. Так что будьте, пожалуйста, осторожны с ревнивцами. Это такое, это шаткая такая ситуация, грани. Итак, спасибо всем за внимание. Если у вас есть интересные темы для психологических видео, жду предложений в комментариях, пожалуйста. Но постарайтесь выбрать то, что будет интересно другим людям. Если вы увидели предложение для видео в комментариях, ставьте лайк. Более залайканные, популярные. Я, конечно, обязательно рассмотрю и сниму на эту тему видео. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых главных новостей о Турции. И также есть моя почта указана, кому нужна моя индивидуальная консультация психологическая. Спасибо за внимание, что смотрите, пишите комментарии. Скоро увидимся, всем пока.